посольстве Узбекистана в Баку подвели итоги недели узбекской кухни в Азербайджане и наградили победителей. Сам конкурс проходил 7 по 15 августа на платформе сообщества «Азри Хом Шеф» и был приурочен к 30-й годовщине независимости Узбекистана. На церемонии награждения победителя выступил чрезвычайный полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов, который провел дегустацию представленных блюд. В онлайн-конкурсе активное участие приняли более 60 человек, и наиболее популярными стали публикации о приготовленных участниками конкурса таких узбекских блюд, как плов, самса, шевит-ош, чалоп, лагман, шурпа, манты и многое другое. В тройке победителей онлайн-конкурса оказались Егана Кашкай, Вафа Мамедова, Османова и Маргарита Гунько, которым были выданы подарки от посольства Узбекистана и спонсоров Узбекистан Food Week 2021. Ранее в Азербайджане был представлен потенциал гастрономического туризма нашей страны, а также подробная информация о блюдах узбекской национальной кухни, в том числе главном яствие – плове, его разновидностях и традициях, связанных с его приготовлением. На церемонию подведения итогов конкурса в посольство были приглашены 25 активных участников. Победителям были выданы дипломы и ценные подарки. Ну а в самом конце гостей ожидал вкуснейший узбекский плов от шеф-повара посольства.